Яркие мгновения экстремальных эмоций. Скейт-площадка в парке Прибрежный – непростое ноу-хау для областного центра. Ее появление здесь действительно ждали. Пока что непрофессионально увлекаемся, но сыну нравится делать трюки какие-то. А больше поблизости, мне кажется, в принципе, в городе больше нигде нету. Это в первой половине дня здесь относительно немноголюдно и относительно спокойно. По вечерам, говорят, отбоя нет от желающих показать свое мастерство и удаль в экстремальных видах спорта. Сейчас уже кажется чем-то нереальным, что такой прекрасной площадки могло не состояться. У руководства парка были некоторые сомнения. Нельзя же делать столь грандиозный проект всего для 10 человек. Но когда на собрание пришло добрых 1,5 сотни, стало понятно проекту быть. Планы у нас рассчитаны на несколько, наверное, десятков лет. Здесь и экозону, продолжать, опять же, вот эту площадку, потому что сейчас здесь и на велосипедах, и на скейтах, и на самокатах гоняют. Их теперь надо разделять. Работы полным ходом идут и в сквере около ДК имени 1 мая. Здесь тоже появится своя экстремальная площадка. Вот позади меня территория в скором времени превратится в памп-трек. Это специфический ландшафт для любителей велосипедного экстрима. Ну, а основной упор все-таки делается на семейный отдых, и уже сейчас для этого здесь предпринято очень многое. О том, как преображается город, где в скором времени появятся самые современные востребованные объекты, площадки, кто и почему меняет к лучшему старые дворы, расскажем в программе «Репортаж» 6 июля на «Репортере 73» в 19:50 и ОТР в 18:20.